Жительница Норильска бросила мать-инвалида в управляющей компании из-за того, что у нее дома отключили электричество. Мол, кормите ее теперь сами. Как рассказали сотрудники УК, женщина пришла за 5 минут до закрытия расчетно-кассового центра и устроила скандал. Якобы у нее в доме отключили свет, и теперь она не может кормить мать-инвалида. После этого женщина бросила пенсионерку в холле и убежала. Работники центра вызвали полицию, скорую помощь, плачущую пожилую женщину увезли в больницу. Сейчас нерадивая дочь помирилась с матерью и забрала ее домой. Наказывать ее не будут, пояснили в МВД по краю.